девочка Шмепа. А это мой брат Жора. А это мой папа Свин. Он превратился в свина после того, как стал народным депутатом. Когда мы вырастем, мы тоже станем свиньями. Все дети депутатов становятся свиньями. Шмепа, дочь нардепа. Политический мультфильм про свиней. Первая двойка. Сегодня Шмепа получила в школе первую двойку. Она очень расстроена, но еще сильнее расстроены папа и мама. Вот полюбуйся, мать. Твоя дочь написала слово «козел» через «а». Шмепа, неужели трудно было выучить? $1000! Я не могу учить уроки. На улице постоянно шумят. Кто шумит на улице? Дорогой, там третий день идет митинг. Ну и что, что шумят? Шмепа, ты дочь депутата. Ты должна научиться не обращать внимания на людей. Учи уроки, а я скоро вернусь. Папа Свин решил выяснить, что это за люди и почему они так громко кричат. Вы тоже на митинг? Я? Да. А чё вы тогда не кричите? А что нужно кричать? Папа Свин, свинья. Папа Свин, свинья. Громче. Папа Свин, свинья. Громче. Папа Свин, свинья. Еще громче. Папа Свин, свинья. Папа Свин, свинья. Папа Свин, свинья. Папа Свин, свинья. Какой кошмар. Ладно, овцы. А этому жирному чего не хватает? Мама, он мне кого-то напоминает. Еще бы, вылитый уголовник. А где же наш папа? Папа, сын, свинья! Свинья! Молодец, это вам. Что это? Вы кричали лучше всех. Приходите завтра, в это же время. А кто организовал митинг против этого свина? Как кто? Другой депутат, дядя Козел. Папа Свин вернулся с митинга очень расстроенным. Как так можно? Я не думал, что дядя Козел такой злопамятный. Почему он так взъелся? Может, потому что это ты рассказал журналистам, что дядя Козел извращенец и спит с медвежонком. Хм, и что здесь такого? Я тоже сплю с медвежонком. Это другое, Шмепа. Как же отомстить дяде Козлу? Есть у кого-то идеи? $1000! Жора, ты молодец. Шмепа, я знаю, как исправить твою двойку. Бери бумагу, бери карандаш и пиши большими буквами. А что писать? Дядя Козел, козел. На следующий день Шмепа получила оценку «отлично». И вся семья была этому очень рада. Молодец. И никакой шум из окна тебе не мешает. Дядя Козел, козел, дядя Козел, козел. Вот это я понимаю митинг. А какие плакаты. И главное, без единой ошибки. Вот так, благодаря самому обычному продажному митингу, дочь депутата Шмепа научилась писать без ошибок и не обращать внимания на людей.